قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Один из ведущих шиитских ученых по фамилии Аль-Мударриси выступил со словами: «Женщина перед родами говорит: «О, Али!» Когда мы учимся ходить, мы говорим: «О, Али!» В течение всей жизни мы говорим: «О, Али!» В момент смерти мы говорим: «О, Али!» В могиле мы скажем: «О, Али!» И в судный день мы воззовем: «О, Али!» Пока не войдем в рай. У них нет Аллаха. У них есть только Али ибн Абу Талиб. Давайте посмотрим на это однозначное неверие. Они будут спрашивать: «Почему вы говорите «О, Али»?» Я отвечу: женщина при родах говорит: «О, Али!» Первое слово, которое мы слышим, это «О, Али!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «О, Али!» А ты говоришь мне, что это ширк, многобожие? Все предания, которые переданы, начинаются с «О, Али!» Так же, как женщина перед родами говорит: «О, Али!» Когда мы учимся ходить, мы говорим: «О, Али!» Поднимаясь по ступеням, мы говорим: «О, Али!» В момент смерти мы говорим: «О, Али!» В могиле мы скажем: «О, Али!» Выходя из могилы, мы скажем: «О, Али!» И клянусь Аллахом, в день, когда мы войдем в рай, мы скажем: «О, Али!» Просим у Аллаха защиты от этого неверия. В начале своей речи этот человек, как вы слышали, говорит, что пророк также взывал словами «О, Али!» И это говорит их ученый Хусейн Аль-Фугейд. Он сказал, что пророк, находясь на войне, просил о помощи и взывал к Али со словами: «О, Али! Избавь меня от этих! О, Али!» Али является божеством согласно их религии. И пророк просил помощи у Али ибн Абу Талиба.